Всем привет! Это зачем еще? Я такая растрёпанная, да? Ну, зато хочу сказать, что я уже отхожу, уже вы знаете, даже стала быстрее передвигаться по квартире. Ну, правда, сегодня Дианочка у нас дома осталась. У нас... Сейчас же, знаете, последняя неделя перед каникулами, и они туда вообще не ходят, дети. 4-5 человек в классе, поэтому смысл идти, да? Хотя учитель по математике проводит математику, но сегодня мы пропустили, Дианочка мне там помогала, да, и у нее там были кое-что. Нежелание. А мы тут, я тут ужин готовлю, сегодня у нас все просто, муж поехал, маркет скупляется. Вот, не знаю даже, что купит, я список писала. Короче, Дина посеялся, но я-то ему фотку из Браса, может, у него там фотка-то и висит. Слушай, не смотрю этот фильм, этот «Место встречи изменить нельзя». Классный такой, «Манька облигация». Да, так интересно вообще. Суп варю. И эти синенькие с острым, жгучим таким перцем делаю, с помидорами. Вот, в общем, все мы в данный момент на диетической еде без всяких жирных продуктов. Вот. Не, у меня еще есть, конечно, кусочек сала, но я его буду есть втихаря, чтобы никто нас больше не зафукал. А то нас там так зафукали, блин. Что, наверное, больше я не буду показывать, будем есть так тихонечко, чтобы никто не знал. Вот, но мы с Дианой едим, но муж не считает нужным есть, поэтому не ест, пожалуйста, а я очень сало люблю. Пишет. О, это такие суперские кадры, которые Диана разодрали на цитаты весь этот фильм, понимаешь? Да, правда, тут сколько? Серии 5, по-моему, да? Я вот четко лишь, я даже не знаю, не буду говорить. Но я знаю, что вот все занимает на 5 часов. Вот сейчас будут интересные моментики. Я, видите, занимаюсь, мой уголочек. Видишь? Посмотри, видишь этот Афоня, который играл? Ну, мы с тобой что, не смотрели Афоню? Ай, мы смотрели этот. Скажи, Иван Васильевич меняет профессию, он там играл. Вора. Ты же видишь, все такие суперские актеры тут собраны. Просто. Сейчас уже таких талантов Дианы нет. Одна бездарщина. Понимаешь, нет. Ну. А это играют, конечно. А у меня сегодня, видите, какой супец. Значит, у меня что здесь? Я отварила морковку одну, картошечка одна, пол лучинки, ну, у меня такая крупная была, и цветная капуста. Сейчас я это все блендерю. И вот такой будет у нас супец диетический. Так, сейчас мы... Я уже кастрюлю, видите, старую взяла, потому что специальную кастрюльку купить. Если будет редковат, то что, Дианка, я буду делать? И так поедим. Похлебаем, да? Ну правильно, в Турции суп не едят, а так, все. Ну, я же как и чувствовала, редковат будет. Ну, сейчас, может быть, тут же картошка. Сейчас, может быть, остынет немножечко, да, простынет и закрахмалится. Ну, посмотрим. Нет, значит, он в стаканы поналем, да выпьем. Обидно, что сухарика у меня нет. Так, друзья, товарищи, давай, Рюзгяр, уходи. Тут я сижу, тут мое кресло. Давай, забирай его, Диана. Помог. А я, Дианка, вот тут сижу, думаю, что мне вот тут... Что мне там на шее? Кто меня касается? Это помог вот здесь лягла. Понимаешь? И лежи. Помог. Иди отсюда. Здесь я лежу. Иди ко мне. Иди, моя девочка. Иди. Иди, садись вот сюда. Вот. И тут сиди. А я внизу буду. О, молодец. Лягла. Пились, муж купил. Это что у нас? Это рис. 5 килограмм, да? О, яйла, это, наверное, хороший. В принципе, яйла хорошая марка. Затем это что? А, это булгур. Здесь у нас сколько, по-моему, 2 килограмма. А здесь сколько? 4, да?
4. Да, 4 килограмма. Так, ну и видите, мы здесь еще... Не, все вышло, поэтому купил все, что было необходимо. Влажные салфетки. Также у нас для печи. Вот, чистить средства. Средства для налета, мыльного налета для ванной. Это себе он купил. Это тоже мне, это тоже мне. А это Дианке. Это кошачий корм сейчас отнесет. Еще у нас это печенка. Да сколько здесь? Сколько здесь? Ну, где-то в районе килограмма. Вот. Ну, почти килограмм. 900 грамм, да? И куриные конечности. 1 килограмм. Ну, вот я... Да, господи, выкинуть. Это вот так вот, видите, печеночку разделила. Ну, там 800 грамм. Ну, напополам, да? На 3 мешочка это много. Ну, на 2, как говорится, ужина. Либо обеда, да. Это я не знаю. Хочу завтра. Завтра приготовлю курлятину. Это сухие полотенца. Здесь 6 рулончиков, да. Не знаю. Мы постоянно разные покупаем. Одно и то же не берем. Поэтому, по-моему, у них во всех качество нормальное. Не тонкие. Это что такое, по-моему? Ой, эти коты. Тут наклоняться не могу. Они меня ссорят, гады. Так, ну это у нас туалетная бумага. Тоже не знаю, какая, сколько здесь слоев. 1, 2, здесь, наверное, 1 слой. Не знаю. В общем. Да нет, вроде бы без запаха. Туалетка еды. Нету, не... Нет, вроде даже нарисовано, как вроде бы с двойным этим, скажи, слоем. Ну ладно, я распаковывать не буду, потом разберемся. И затем вот эту кучечку тоже, что тут, мыло, дезик, знаешь куда. Эти салфетки тоже пока, ой, пока в них нет необходимости, тоже положить туда, в ванной. Сюда, да? Да, вот это положишь в ванную. Нет, еще мы будем дать потом на кухне. Так, есть их две. Вон я положила одну на кухне. Это положишь мне, а знаешь где. Ну так а зачем оно здесь телепаться будет? Здесь жарче, чем ванная. Она будет там высыхать. А еще вот такое мыло. Мы такое покупали, да? А ну подожди-ка. Вот это что? Вот это же лянь. Что такое пахучее? Ой, лянь еще правда что-то. Давай откроем. Это крем. Давай откроем. Открывай. Да и мне нужен. Я люблю. Подаруночки. Кто ж их не любит? Покажи нам кремушек. Сколько здесь грамм? 20. А, 20 грамм. Ну, такой пробничек. Мыло классно. Хорошо пахнет. Ну, я, честно, мне больше нравится кусковым пользоваться, чем жидким. Мне тоже. Просто не знаю, что. Вот так приятнее, наверное. Не знаю. И невозможно от нее оторваться. Она не может от меня оторваться. Не знаю, жалко выгнать ее, блин. Знаете, как это прикол. Да, я не могу, кстати, у меня здесь... Котик сидит на коленках. Фотография рядом. Котик все сидит, а он уже скелет. Где-то я видела такой черный юмор. Вот так вот и я, да? О-о-о-о. Проснулась. Помог. Мягкая такая, мягкая девчонка. Моя мягушка, да? Все, уходит, все, не хочет. Только я открываю камеру и помог уже все. Ой, пошла он чай, видите, чайник закипел, сейчас заварю. Вот такой мы чай допиваем, это еще, я уже не помню, когда, здесь же килограмм, но мы где-то в течение месяца его пьем. Тут уже осталось ему чуть-чуть. Вот он, видите, какой он. Но я хочу сказать, что он не воняет, как вот ежик сдох. Очень достаточно такой приятный. Конечно, совершенно другой. Не такой, как цейлонский. Турецкий чай вообще другой на вкус. Но мне, конечно, наверное, все-таки больше цейлонский нравится. Здесь со скотом лежит. Со скотом. Ты слушаешь? Нет. Давай вместе полежим. Ложись. Можно мне, да? Залазить. Там и губка Боб. А мне место есть? Резгяра, где моя голова будет? Не, нормально?
Она не знает даже, где мама ляжет. Тут маме места нет, получается. Ну, блин, ну я ж тут одна лежала, а мы сейчас сдвинемся с Рюзгаром, и ты ляжешь. Да, Рюзгар. Ну ладно, давайте, сдвигайтесь. Я легла такая, думаю, что такое мягкое. Это он какая. У меня подушка живая. Сейчас пока чай заварится, я еще буквально здесь у Дианки минуточку поваляюсь. Все, да, подушка уходит. Потому что ты же не легла, ему такое не нравится. Естественно. И мне не нравится, что он тут лежит. Что теперь я сделаю? Ой, как хорошо. Как у тебя здесь тепленько. Печечка греется. А что у тебя за предмет лежит? А, ну, Диан, ну это ж у тебя не биология, это фен. Она сейчас учит таблицу Менделеева, да? Да. Скажи, как будет обозначаться йод? Ле. Ле? Написано ле. Либо то сейчас... и, либо то... Либо то и, либо то ле. Как на туре и? И, потом, там почему? Есть точечки. Ну и что? Ле. Ну так ле. А ле внизу с хвостиком, понимаешь? Это явно не ле. Это и, только она же Диана, которая заглавная, она же без точечки пишется. Вот. Как это так, Дианка? Тебя не учили прописным латинским буквам в школе? Не учили. Не учили? Так, а вот еще ответь мне, как будет алтын? Ау. Ау. Ну, это в смысле на турецком. На турецкими буквами А и буква У, как наша И. А, а как будет... А, ну я это скажу тебе на русском, а ты-то учишь на турецком этот... Ну, говори на русском. Бор. Но это будет... Б. Это будет и на турецком бор, и на русском бор. А как будет... Господи, я растяну. Магнезиум. Маге. Магнезиум это... Как я будет на мочу. Русском? Как будет на русском магнезиум? А то, что я тебе писала, ты там я дала правильный успела. Ответ? А, ну успеешь, я тебе... Я ж тебя не заставляю. Я вот, видите, пришла тут у Дианки перекинтоваться, пока чай. Сейчас чай закипит, я пойду туда, продолжу свою вышивку. Вышиваю, вышиваю бисером. Ой, я уже говорила, еще расскажу, это... Очень кропотливая работа, бисером вообще у меня, я вот вышила, да, вот сколько, практически бисером, Диана, сколько я брошек вышила бисером? 10. Нет, я же там и какие-то крупные использовала бисеринки, но это не бисер, а как-то может быть, бусины. А чисто бисером я, это сколько у меня, 4, ну штук 5. Но я хочу вам сказать, что это просто бешеный труд. Продавать их за дорого не получается, за копейки. Я тоже ценю свою работу. Мне хоть, конечно, и нравится, я получаю от этого удовольствие, но если делать вышивку, те же самые броши и все различные другие какие-то вышивки, но камнями, либо крупными бусинами, я, конечно, я хочу попробовать заняться именно натуральными камнями. Дорого будет. Да, это будет дорого. Здесь тоже никто не хочет покупать. По крайней мере, в нашем городе культ еды. Не культ чего-то там другого. Люди все тратят свои деньги в основном только на еду. Я не знаю, может быть, конечно, в больших городах люди тратятся и на вещи, и на косметику, и на, господи, на ювелирные изделия, то здесь, конечно же, у нас, знаете, уровень жизни достаточно низкий в городе. Что там кривить душой? Ну, любят поесть, такое бывает. Да, культ еды просто. Вот на еду ничего не жалко. Народ идет, скупляется под кредитные карты. Я вообще до сих пор не могу понять, как так они живут все на кредитках. Ой, идешь по магазину и видишь, что все с кредитками, все буквально все. От как молодежь, ну молодежь я имею в виду, какая молодежь, как я. Ну те как-то, я имею в виду работающие люди, да, и во всех
нормально во всех? Не знаю, не знаю. Я не знаю, но как можно, Диана, покупать еду в кредит? А потом ты получаешь зарплату и берешь ее, вкладываешь уже то, что ты давным-давно проел. И снова проедаешь. А потом снова идешь и снова берешь в кредит, и снова опять зарплату. Так, нет, я ладно понимаю, какая-то там крупная вещь, машина, квартира, еще что-то, да? Я понимаю, это жизненно необходимо, действительно. Но еду покупать в кредит, какие-то одежки, ну это жесть, это... Для меня, конечно, я до сих пор к этому не могу привыкнуть, хотя мой муж говорит, что все так живут. Вот, что здесь все так живут, но я так не могу. Я наблюдаю эти картины. Просто...